наконец-то в Новосибирске, мы наконец-то дома. Наконец-то пошли домашние влоги, правда, не сильно надолго, потому что через 2-3 недельки мы опять планируем съездить в деревню отдохнуть. Вот, ресницы уже месяц я их ношу, они уже немножко так проредились прилично. На днях пойду делать коррекцию или наращивать заново, потому что уже нет ощущения объема на глазах. И мне как бы смотрится как не накрашенные. Но все равно 6 лет, а краситься особо желания нет. Я подзагорела, брови есть, какие-то ресницы есть, да и ладно, в общем, так пойдет. Не буду краситься, вообще не хочу краситься летом. Мне ни тональные средства не нужны и нет желания. Я только единственное, что делаю летом, это губы подкрашиваю и каждое утро делаю и каждый вечер какой-то уход, чтобы увлажнять кожу. Поэтому ходим пока так. Сейчас покажу, что делать. Собираемся с дочкой сейчас гулять, 11 часов. На завтрак сделала себе овсяный блинчик, а это просто ягодка перемятая. Я пакетик Фит-Парада высыпала, чтобы без сахара было. Что такое-то у меня овсяный блинчик сегодня, прям без вредностей. И кофе, конечно же, на завтрак. Приоделась в новое шматье, достала сережки, которые мне еще давным-давно с Алиэкспресса приходили. И вот так вот выглядит мой наряд. Вообще очень довольна закупкой, очень понравились мне мои покупочки в этот раз. Остин действительно прям порадовал в этот раз сочетанием каких-то модных вещей. Единственное, что эта накидка цветная, которую я купила, я все-таки думаю ее не с этой футболкой носить. Здесь высокое горло, плюс объемный вот этот вот фасон, и получается, что меня это полнит немножко. Я заказала туда ажурный топ черный внутрь, и думаю подобрать к ней брюки, но накидка была просто офигенная, я просто не смогла ее не купить, она очень клевая. К ней просто нужно немножко подобрать комплект, она очень красивая и легкая для лета. И вот эта юбка-шорты, юбка-брюки, даже килоты такие. Я ношу ее задом наперед. Вообще, это зад, здесь этикетка. Но мне не нравится, как вот эта вот драпировка смотрится на попе. Она ее увеличивает. А когда ее переворачиваешь на пояс, то сзади там просто ровная ткань. Видите? А когда ее переворачиваешь на пояс, она как раз-таки визуально уменьшает немножко талию. А сзади просто нависает футболка и как бы нормально получается. В общем, я ее переворачиваю задом наперед. Еще мне нравится, что здесь получается складка. Такая, как юбка больше получается. Смотрится. Очень прикольная для лета штука. Это лен. В общем, появилось желание наряжаться. Вопрос только, куда наряжаться, потому что у нас такой колхозный район, что на меня сейчас будет все косо смотреть, как обычно. Я когда что-то такое одеваю, на меня все странно всегда смотрят. Так что остается только гулять на своем районе в таких вот нарядах. Ну, я сегодня не особо вычурна, на самом деле, в принципе, вполне себе буднично. Так что пойдем. Идем гулять. Анютка песни поет. Вот так всю дорогу может сидеть и петь на всю улицу. Бывает, вообще прям громко-громко поет девчонка. Она скачет, а прям вообще лезет везде. Нам так скучно без братика гулять. Мы прям не знаем, чем нам заняться на площадке. А братик не захотел домой ехать, сказал, бабушке останусь. Ночевать. Вот мы не знаем, прям ходим, слоняемся из угла в угол, игра не клеится, на горке кататься не хочу, на качели не хочу, что-то ходит туда-сюда. Детей, как назло, мало. С кем бы заиграть? Пока меня не было дома, муж забрал целую пачку пряжи. Вот такие вот у меня еще будут цвета. Такой коричневый, молочный шоколад. Такой желтый, что-то между желтым, темно-желтым, таким желтком и горчичным. И вот такой мой любимый бирюзовенький цвет. Из них я вяжу вот такие вот комплектики, шапочки и шарфики. У меня уже есть в трех цветах. Вот такой кирпичный, темно-бирюзовый, такой темно-темно-бирюзовый. И такой малиновый, наверное, даже скорее такой роза припыленная. Я ближе к розовому, такой малиновый, в общем, цвет.
будет скоро много-много-много комплектов. Не знаю, как я буду все это сбывать. Планирую сделать раскрутку инстаграм-странички. Планирую сделать конкурс, чтобы эти шапочки двинуть. В общем, я решила их за лето много-много нашить. Разных-разных оттенков. По 1500 будут эти комплекты, девчонки. Если нужно, кому-то заказывайте. Может, кому-то определенный цвет нужно связать. Куда топают ноги? Ноги топают на пляжик. Вот там за елями наше обскуе море. Здесь же мы, кстати, беседочку снимали на день рождения. Да, мы пришли обкупнуться. Машке помочим, полепим из песочка, поедим, пока мы едем. Ага. Мы тут решили сократить, по кушарям пройти. Вот наше морюшко холодное сибирское. Для купания. Пора, время героев. Молния. Вот. Песочек горяченький, нагрелся. Я даже 6 часов вечера, а мы тут приехали. Но Саша работает днем. Песочек. Песочек с мелкими камешками у нас песочек. А? Ариэль, посмотри на меня, Ариэль. Ариэль. Холодная водичка, осторожно, холодная. Ну все, мы домой. Детки накупались? Да. Накупались? Баби Свети. Баби Свети, такой, типа как это? Баби Свети, Баби Свети. Отведем, отведем. Ура! Ребенок дома жить не хочет. Он просится каждый день к бабушке. Вчера ночевал, сегодня еще не успели забрать, он сразу сказал, ну на море съездим и к бабе Свете меня увезешь. Мы такие, ну ладно, типа, что бы плохого, а это уж можно, да? Бабе Свете хочешь? Ура! А это наш ужин. Съели половину арбуза уже все вместе, ну как все вместе, с Анютой и с папой. Что сегодня у меня овощной арбузный день, сезон, и мы ловим от этого кайф. Завтра буду делать овощную рагу, так что завтра опять едим одни овощи. Так что сегодняшним зимой заканчивается таким вот вкусным. Ну, он, кстати говоря, по краям, вот здесь вообще практически не сладкий. Сладкое, вот все, что красненькое, но все равно вкусный. Серединка вообще прям сладенькая. Так что всем пока-пока.